В Омске страховая компания не хочет платить компенсацию родным женщины, на которой проверяли новое лекарство от рака. В суд обратился муж погибшей. Он рассказал, что его супруга болела раком молочной железы. Экспериментальное лекарство пила 8 месяцев, при этом отказалась от других методов лечения, но через полгода приема препарата ей стало хуже, женщина скончалась. По закону родные должны были получить от страховой компании «Югория» компенсацию, но страховщики так ничего и не выплатили и даже не явились в суд. Сейчас иск составляет 3,5 миллиона рублей. Отмечу, экспертиза показала, что связи между лекарством и смертью нет. Однако родственники намерены ее оспорить. Либо он подействовал негативно на нее, либо нейтрально. В любом случае этот препарат не справился с болезнью. И она умерла от основного заболевания. Тут даже не нужно быть врачом, чтобы понимать, если у человека, если человеку была присвоена первая группа инвалидности, а потом наступила смерть, очевидно, что основное заболевание прогрессировало, а значит препарат с этим не справился, а значит наступил страховой случай.